Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Brothers Universal. И сегодня на нашем канале уже 50 подписчиков. И каждые 50 подписчиков я буду делать вот такое же видео. Только если когда будет 100 подписчиков, я буду делать стрим. В этом выпуске, ну не выпуске, значит, у нас сегодня праздник, 50 подписчиков наши первые, то есть первый юбилей. Значит, я записываю такой видос. Значит, поставьте лайк этому видео, вот сразу поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик и напишите какой-нибудь комментарий, я буду на них отвечать. Пишите комментарии, пишите вопросы, я буду на них отвечать в комментариях, потому что я очень люблю отвечать на вопросы. Да. И сегодня мы поговорим просто про то, ну, про жизнь нашего канала, что у нас произошло за эти 50 подписчиков. Значит, все начиналось с того момента, когда мы просто снимали коллекцию Panini FIFA 365. Мы помним, да, обозревали, у нас еще не было даже света, ну как потом. Я понял, что нужен свет. Да, ребят, конечно, много произошло. Мы сначала хотели вообще создать канал просто про коллекцию этого журнала. Просто вот рассказывать про него и все. Потом я понял, что нужно расширять свой кругозор и как бы снимать еще что-нибудь, но... Сначала у меня не очень это получалось, потом, ну, как бы мы старались, там было стыдно, если мы плохо что-то сняли, и старались очень сильно. То есть сейчас мне вообще как бы уже даже не стесняюсь. Я такой, какой есть, но все равно, вот вы думаете, что я не опасаюсь, как бы я не стесняюсь. Я человек стеснительный очень, поэтому я стесняюсь даже вот когда... Даже сейчас я веду себя как обычный человек, но нет, я стесняюсь всегда, потому что я боюсь, что зрителям, подписчикам не понравится вообще это. А тогда я был очень стеснительным, то есть YouTube изменил мою жизнь к лучшему. Так, что-то я оделся как-то не так, по-вашему, как думаете? Ну... Давайте хоть переоденусь. Ну, думаю, что так намного лучше. Или... Не знаю. Ладно. Вот так намного лучше. И, в общем, с каждым юбилеем, с каждыми 50 подписчиков я буду одеваться по-разному. То есть, например, на 100 подписчиков я одену свой нормальный. Прикинь, одену вот этот с капюшончиком, с кепочкой UFC. То есть такой мой прикид, в котором я, например, хожу в места, где, ну, вот когда хожу, например, там, чтобы не нарваться ни на кого, просто такой иду, такой, включаю такой из себя мощный вид, я такие видят, что... Ну, такое, кстати, зачастую бывает. Не, просто если не хочешь ни с кем драться, такой, типа, идешь такой, руки такой, идешь. В общем, у меня будет мой повседневный прикид. Такой крутенький. Чего повседневный? Чего я говорю, что он крутенький какой-то? На 150 подписчиков я оденусь уже нарядно буду. С галстучком таким. В пиджачке, с рубашечкой такой красивый. И каждый раз новые прикиды. Не обязательно красивее. Главное, чтобы разные. Да, я, кстати... Могу показать, с чего мы начинали наши 2-3 первых видео. Вы хотите? Хотите, конечно. Окей. Вот он, наш канал. Сейчас мы вам покажем все наши видео. И первое видео. Вот. Наше самое первое видео. Обзор. Блин. Обзор коллекции Panini FIFA 365.
Погромче. Интернет плохо грузит. Я, походу, тогда еще вообще не шарил, как надо одеваться. Ща, подожди. Ну, ребят, этого видео не было, я просто понял, что сильно долго я его снимаю, и этого видео просто не было. Ванька правильно подметил. Сейчас мы вам его полностью покажем. Так, вот, собственно, этот сам журнальчик, который мы вам хотели показать. Но я не понимал, что освещение должно было быть. Да и вообще, в принципе, не, ну а так нормально. Надеюсь, что вам все видно. Так, Ванька, подходим. Будем снимать сам журнал. Вот, мы можем увидеть здесь, вот, направляем журнал. Вот здесь, у меня, конечно, еще он не полностью заполнен, я просто вам показываю обзор на этот журнал. Ребят, ничего не видно, согласна. Вот, здесь в самом начале вы должны наклеить вот саму отметку вот этого Панини FIFA 365 2016 года и вот эту вот... Я сказал 16-го. Самой продукции. Нужно говорить 17. Вот. Сначала посмотрим на саму, ну, снаружи, как он выглядит. В принципе, это неплохой журнал. Это уже вторая коллекция Панини, вот. Да, просто, ну, потом я узнал, что Панини разрабатывает свои журналы с 70-х. И здесь мы можем увидеть, что очень хорошо, что... Ну, она так не... Вообще-то он должен быть без обложки, но это просто он так мой брат сделал. Палево. Да, я сделал, но чтобы он не порвался. У Ваньки, кстати, тоже есть его личный журнал, но... Футболисты, которые... Да. Ну, Рауль не тренер. А здесь футболисты, которые... Я приболел немного. Тренерами стали. Вот здесь вот эта наклейка, FIFA World... Так что не судите. Вот, и здесь нам представлены их награды, титулы, все. Вот. Это Карло Анчелотти, он... Здесь показано, что он играл в сезоне 87-88 Милан. Вот, и его... Да блин, даже я не понял, где. Да, действительно, надо было освещение включать. Фотографии, это все тоже наклейки, поэтому вы должны это купить. Купить их можно на... потом. Здесь нам представлен Рауль. Но он не тренер, просто здесь пока... Не, вот видите, как я стесняюсь, как бы, как я разговариваю? Действительно четенько. Все, вот, папа, да, нормально. Так у меня постоянно вот, и все. Все остальное я считаю, что нормально делал. Сказано, что он играл в сезоне. Я вам подсказывала, в сезоне 8-9... Понятно. 95-96. Юрген Клинсмана, я его называл Джургеном. А это Диего Симеоне, он играл уже за... Про него все знают. Я Кстати, я собрал много команд, я вам могу показать этот журнал. Сейчас, подождите. Я, может быть, разыграю еще приз на бокс вот таких наклеек. Вот. Здесь... Но делать этого не стал. Здесь нам представлены супер игроков. Хотя я не знаю, почему я Касилиаса сюда наклеил. Хотя... Да потому что я не знал, что нужно по номерам наклеивать. Касилиас очень крутой игрок. Ну, короче, как хотите. Так, смотрите, если вы заберете где-то на... Отмазка... Просто великолепная. Кашки. Вы знаете, если вы знаете, где магазин Икеа, там вот в Икеа там должны быть эти карточки. Да, если вы же 4. Ну, представьте. Дорогие друзья, сейчас мы остановимся и продолжим. Мы скоро к вам вернемся. Это будет вторая. Это мы заканчиваем вторую часть нашего видео. Не, ну тут только отсюда надо начинать, когда Ваня пришел. Сейчас, подождите. Это Реал.
Смотрите, какие я здесь ноги наклейки заказала и некоторые купил. Вот, ну, у меня только Хамес остался. Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Карим Бензема. То есть много хороших. Еще нету ни одной полной, но зато уже во всех есть. У меня уже больше 300 наклеек. Ну, сейчас у меня больше 500. Да. И еще в ближайшее время мы вам хотим показать распаковку бокса наклеек. Ну, это та же самая коллекция, но просто... Да, мы их заказали с интернета. Дальше это Лестер. Это Олимпик. Леон, извиняюсь. Вот здесь английский клуб только один. Сейчас мой брат уйдет, и он скоро вернется, поэтому мы дальше продолжаем пока что. Марсель. Марсель, Пари Сен-Жермен. Кстати, здесь у меня есть Ангель Ди Мария. Ангель. Что очень круто. Провал этот АЯК 4.1, это было вообще что-то, я смотрела. Здесь младшее поколение этих игроков. Здесь Базель, здесь Ювентус. Здесь уже представлены сами... Видите, круто. Он сейчас Катутти завершил здесь карьеру. Здесь же женская национальная сборная. Друзья, это была вторая часть, и мы продолжим в скором времени. Так что... Ладно, давайте третью часть. Дошло, что нужно включать освещение. О, как раз таки сейчас мы вам еще и покажем, как распаковывать. Мы будем распаковывать наклейки, это тоже видео мы это внесем. Вот. Лестер, Леон... Марсель, Пари Сен-Жермен, а я... Ну, короче, тут уже нормальное видео, если хотите, можете посмотреть. Здесь у меня, кстати, есть Александр Кокорин, Луишны. То есть, видите, как я разговаривал? Я реально вот, как бы, старался говорить осторожно, аккуратненько. То есть, чтобы зрителям было приятно на меня смотреть. Ну, в принципе, я правильно делал, просто... Все правильно, я объяснял нормально, но одеваться я не понимал, как освещение. Ну, в общем, был еще неопытный. Ладно, сейчас вам журнальчик покажу. И все. Господи, все, вот я, все нормально. Так, все, начинаем сделать наш журнал. Блин. А, ну ничего, в принципе, не изменилось, да? Здесь я все уже заполнил. И здесь. Чтобы повиднее было лампочку. Можно даже... Не знаю, что-то изменится. Порту. Я раньше порту говорил. Ну тут я все заполнил. Один остался, только я не знаю, кто. Это, наверное, Гамейро будет. Барса, тут два человека. Ну, кстати, много чего изменилось за это время. Например, Пепе ушел там. То есть, много чего изменилось. То есть, уже история есть у этого журнала. Тут тоже достаточно всего. Леон, Лестер, Марсель. Тут у меня еще Кавани появился, Пасторе. Очень много крутых игроков. Силисен, ну, я их раньше не знал. Ювентус я весь сделал, весь заполнил, у меня тут вот весь состав. Только ушли Дани Алвеш и Бонуччи, Дани Алвеш. Бавария. Ладно, ребят, вот такой журнал, у меня Легия заполнена, просто уже время истекает. Всем спасибо за просмотр, у меня много уже тут заполнено, то есть история есть. Ну и всем спасибо, и до новых встреч, скоро увидимся, всем пока.